Ну а сейчас сюрприз, специальное предложение только сегодняшнего дня. Абсолютное сезонное предложение, и это дутики Розетта. Встречайте, три цвета на выбор. Потрясающее совершенно предложение, нам стоило трудов его заполучить нам в эфир, но у вас теперь есть возможность зимнюю обувь приобрести по потрясающей цене. Три цвета: серый, классический черный и необычный темно-синий вариант. Каждый из них у нас представлен в хорошей размерной сетке. Ох, выбирайте прямо сейчас, ведь это самая выгодная покупка на нашем телеканале в течение только одних суток. 1799 рублей – это цена, а экономия 1200 рублей. Ну что ж, давайте разбираться, в чем преимущество нашей обуви и почему мы сегодня получаем настоящий подарок. Слушай, ну вообще, конечно, дутики – это одна из самых любимых наших обуви и самая такая обувь популярная, я бы сказала, причем абсолютно в любом возрасте, согласитесь, дутики любят и школьники, и студенты, и взрослые дамы, поскольку эта модель совершенно универсальная, но наши дутики совершенно необычные. Многие из вас сейчас посмотрели и подумали, ну, высокие сапожки – это хорошо, но у меня полная нога, мне они не подходят. А вот я вам сейчас докажу, что эти дутики подходят на любую ногу. Вот это да! Слушай, я страдаю такой проблемой, не могу подобрать сапоги. Полная икра! И это настоящая находка для женщин, которые не могут просто в магазине для себя купить зимнюю обувь. Посмотрите, вот казалось бы, дутики, да? Но вы видите, что на Елене идеальный, элегантный образ. На ней пальто в классическом стиле и дутики серого цвета. Я предлагаю, Лера, сразу подобрать размер. Да, давай, с удовольствием. Смотри, дутики у нас мало мерят немножко, поэтому мы их выбираем на размер побольше для себя. Ну, это вообще хорошая рекомендация для зимней обуви, потому что, конечно же, зимнюю обувь всегда лучше брать побольше, чтобы иметь возможность надеть носочек, например, какой-то, да, может быть, заправить внутрь какие-то брючки. Но наши дутики вообще по-хорошему, Ариш, в этом даже не нуждается. Смотри, что у нас внутри. Шубка! Совершенно шикарная, теплая шубка для наших ножек. Смотрите, какой густой мех здесь у нас. Но не только, ведь дутики почему так называются? Поскольку они выполнены как пуховик. То есть здесь у нас еще один утеплитель. Вот эта стежка скрывает под собой еще и слой синтепона. Представляешь, какое тепло для наших с вами ножек. И эко-мех ворсистый, густой. И еще синтепон внутри. Итого, да, минус 20 градусов. Эти дутики точно защитят ваши ножки. Слушай, мне этот мех напоминает цигейку. Вот в детстве, да, особенно, когда я часто в Сибири жила, между прочим, там минус 30. Это, ну, нормальная такая реальность ежедневная. Цигейку напоминает, густой. Это шубка для ваших ножек. И плюс ко всему, пуховик, надетый на шубу. А значит, минус 20. Вам не страшна такая погода. Вы полюбите эту зиму. Будете с удовольствием гулять. Будете с удовольствием выходить на улицу. И все это вы получаете сегодня по специальной цене 1799 рублей. Стильные. Посмотрите, какие они элегантные. Обратите внимание на эту тепловую защиту. От 36 до 41 размера. Выбирайте для себя обувь легкую. Вот в сером цвете, кстати, 41. Всего 7 штук у нас на данный момент, поэтому торопитесь. 9-я полнота. И если у вас увеличенная икра, то есть у вас полноватая икра, то ничего страшного. Посмотрите, сколько здесь свободы, посмотрите, сколько здесь запаса. Вспомните, какие проблемы вы испытываете в магазине. Невозможно идеально подобрать для себя пару. Сегодня у вас есть такая возможность еще и по специальной цене только сегодняшнего дня. Сделайте свою первую покупку и закажите для себя сезонное предложение. Вот она. Вот как мне напоминает цигейка вот этот мех. Действительно, похож на цигейку и действительно тепло точно такое же. Шубка для ваших ножек, которая сверху еще и закрыта, по сути, пуховиком. Представляете, какой это комфорт? А какая легкость! Ведь дутики – это невероятно легчайшая обувь, которая с легкостью заменяет многим, например, валенки. Конечно, валенки тяжелые и скользкие, а дутики легкие и не скользят. Но я вышла на подиум для того, чтобы показать вам все модификации. Смотрите, дутики как смотрятся изящно и аккуратно. Правда, вот сейчас даже с платьем. Но я вам должна показать все хитрости. Смотрите, что я делаю. Вот кулиска, которая располагается в верхней части дутиков. Узкая ножка, затяните ее поплотнее. Сохраните тепло в вашей ножке, сюда не попадет снег. Широкая ножка, смотрите, что я делаю. Оп!
Вы видите, сколько здесь пространства. Вот это тот случай, когда нужно действительно показывать на ноге. Посмотрите, сколько здесь еще места. При этом вы видите, что здесь у нас закрыт абсолютно полностью вот этот язычок, то есть сюда вам тоже не попадает снег и холод. Ну а если вы хотите укороченную модель, пожалуйста, это тоже возможно. Затянули кулиску, отвернули и получили полусапожки. Слушай, какие стильные, как здорово! Вот, посмотрите, вы можете меняться хоть каждый день. И это дутики-трансформеры. Это и сапожки, это и ботиночки. 1799 рублей. Меняйтесь вместе с нашим предложением. Сделайте свою первую покупку на нашем телеканале и начните именно сегодня. Начните со специального предложения дня. Минус 20 согреет вас наши дутики. Но кроме того, что у нас бывает очень холодно, Лер, у нас даже зимой бывает очень мокро. Это точно. И мокрый снег, и слякоть на дороге, особенно в тех городах, где очень часто используют реагенты. Поэтому, конечно же, не всякая обувь выдержит. А вот дутикам, что называется, все нипочем. Мы с вами в этом легко убедимся. Да, давайте. Давайте попробуем наши дутики на прочность. Смотрите, это баллоневый материал, тот, который их покрывает сверху. И он не дает вашим ножкам промокнуть. Ну, а тепло, видите, как просто скатывается вода. Ну, а тепло здесь нам еще и непромокаемость подошвы обеспечивает литьевой метод крепления. Смотрите, я поливаю эти дутики, беру салфеточку, вытираю их. И они абсолютно в идеальном состоянии. Слушай, супер, то есть если нас сверху поливает дождь, допустим, мокрый, да, бывает и такое зимой, согласитесь, дорогие москвичи особенно, то получается мы защищены, но если даже вы наступите в лужу, ничего не промокнет, потому что это специальный метод крепления подошвы. Литьевой метод, что это за метод? Смотри, Ариш, по сути эта подошва не приклеивается и не пришивается, она создается прямо на этих сапожках. То есть верхняя часть наших дутиков в данном случае ставится в горячую форму. Вот она, горячая форма. Да, да, да. Угу. Смотри, видишь, что происходит? Запаивается буквально вот эта часть. Таким образом, мы получаем абсолютно герметичное крепление. Ни одна капелька воды не просочится внутрь ваших сапожек. Слушай, мы защищены с вами от мороза минус 20. Мы защищены от влаги. И если дождь идет, и даже если в лужу наступите, представляете, это современные методы, это современная обувь для энергичных женщин, это обувь для тех, кто ценит свое время и кто любит легкость и комфорт. 1799 рублей, это специальное предложение дня, 1200 рублей экономии. О, этот мех, мне еще нравится, что они трансформеры. Да, по сути, вы получаете сразу два варианта обуви: высокие, вот такие сапожки, как на нашей Лене, дутики, и низкие полуботиночки. А здесь все зависит от того, кстати, с чем вы будете их носить. Хотите, носите с юбкой, хотите, носите с брючками. Ну и, конечно же, подошва. Подошва здесь мало того, что толстая, не промерзающая, еще и посмотрите, какая рифленая и мягкая. Вот это да, представляете, не страшен вам гололед, потому что вы под надежной защитой. И эта защита — современные дутики Розетта по специальной цене сегодняшнего дня.